Детский сад «Патрокл-2» уже готовится к сдаче. Сейчас здесь собирают и вывозят мусор, отмывают все поверхности и благоустраивают территорию. В группах установлена современная мебель и сантехническое оборудование, завезены игрушки и спортивные тренажеры. Находимся в сад «Патрокл-2». Буквально, я думаю, что сейчас документы уже взозданы, потом гасан. И я думаю, что жители, наши самые прекрасные жители города Владивостока, наше будущее, займут здесь все игровые площадки. В микрорайоне «Патрокл» по аналогичному проекту возводят еще один современный детский сад, который рассчитан на 240 малышей. В эти дни на объекте идет обустройство фасада. Значит, устройство фасада, то есть утеплитель выполнен на 80%, под систему сейчас делают. Готовимся на следующей неделе уже принимать керамогранит и облицовывать фасад. Оба объекта в микрорайоне «Патрокл» будут сданы в этом году, как и детский сад на улице Крыгина, работы в котором планируется завершить до сентября. Такие садики, конечно, ждут жители нашего города. И, конечно, мы видим, что насколько колоссальная работа проведена. И будем надеяться, что вот на этом мы не будем останавливаться. Строительство подобных социальных объектов чрезвычайно важно для Владивостока. За последние 2 года в городе ввели в строй 4 детских сада. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.